Следующая задача. Задача номер 10. Очень интересная задача. Часто встречается что-то подобное. И слово «функция» случайным образом выбирается одна буква. Какова вероятность того, что она окажется гласной? Общий принцип решения такой задачи. Вы пишете это слово у себя на листочке. Функция. Так, и теперь считаем, какие гласные, а какие согласные. Гласные. Раз, два, три. Согласные. Раз, два, три, четыре. И всего у нас 7 букв. Читаем еще раз вопрос. Вероятность того, что она окажется гласной. Благоприятные события – это гласные. И мы получаем 3/7. Кстати говоря, очень часто спотыкаются на каком моменте? Попадается мягкий знак. Мягкий знак – это согласная.